Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре новый реалистичный симулятор бездорожья на Android. Игра называется Project of Road, а также от этого разработчика есть игра под названием Project Drift. Более популярнее, чем это, но это понятное дело, все таки эта игра вышла совсем недавно и сейчас набирает популярность. Ну что, давайте уже разбираться, а также игра весит не так уж и много, и в нее можно играть без интернета, то что очень круто. Здесь имеется не так уж и много машин, все таки знаете, бетка... Но... Но есть здесь, ребята, много уровней. Давайте сперва посмотрим, какие автомобили здесь вообще имеются, а потом уже начнем играть. Вот, ребята, что мне здесь больше всего нравится, это шестиколесный гелик. Посмотрите, ребята, на этого красавца. Но у меня сейчас машина эта, и у вас тоже будет в начале игры эта машина. Так, что у нас там еще есть? Вот такая вот, ребята, русская машина. Если не ошибаюсь, то это ЗИУ-130. Обалденная машина. Так, в настройках у нас получается нет выбора графики, только есть получается выборы управления и так чисто по мелочи язык и звук музыка. Потому что здесь уже графика идет по стандарту очень крутая. Также можно получается изменить цвет вашей машины. Мы оставим желтый. И все, ребята, нажимаем начать играть. И сейчас будем играть. Смотрите, что происходит следующее. Вот челленджи, а точнее это уровни. Здесь 50 уровней. Но это, ребята, не все. Я уверен, что разработчик будет обновлять игру и добавлять что-то новое. Те же самые уровни, либо же машины. Я прошел уже, получается. Давайте посмотрим. Так, я прошел здесь 10 уровней, с удовольствием. Есть, получается, режим просто, как бы, знаете, свободная езда. Но, чтобы в нее, ребята, играть, нам нужно посмотреть рекламный видеоролик. Поэтому сейчас мы здесь поиграем, просто посмотрим, что да как. Но все же я буду играть в уровнях, чтобы зарабатывать денежки и потом купить себе шестиколесный гелик. А знаете что, я думал, что реклама... Не появится, потому что когда я в первый раз заходил сюда и нажимал свободная езда, Рекламы не было, но почему-то сейчас она вылезла. Поэтому мы возвращаемся назад и сейчас мы выберем уровни и будем более подробно разбираться, что за кнопки, что такое вообще, ну и все такое вот. Если ребята не забудут, то оставлю ссылочки и на Project Drift и на эту игру, конечно же, потому что та игра тоже очень крутая, на которую я тоже снимал обзор. Графика, как видите, ребята, очень чудесная, просто крутая, тем более она так очень мало весит и такая классная графика. Здесь, ребята, вы просто должны проезжать различные препятствия, но главное, не наносите себе ущерб. А то в конце уже не будет 1000 баксов, а наоборот меньше, потому что вы уже нанесли себе ущерб, урон вашему автомобилю. Так, ну здесь пока что все. Все, все. Нет, блин. Ладненько, ребята, перезапустим уровень. И давайте сейчас посмотрим на нашу машину, потому что сейчас у меня включена свободная камера, и теперь я могу двигать любые стороны. Также имеется получается кнопочка, чтобы ехать назад, и кнопочка, чтобы ехать вперед. Это понятно. Камеры. Получается такая вот центральная, вот такая вот левая, правая и вот свободная, которая мне больше всего нравится. Просто управляешь пальцем, как ты хочешь, чтобы камера была и все. Ну что, погнали, ребята, теперь будем бездорожье. Все-таки у нас машинка для безоружия, правильно? И мы сейчас будем потихонечку проезжать. Но думаю, что игра вам понравится. Пока мы едем до финиша, хочу попросить вас, чтобы вы поставили лайк. Подписались на канал и написали крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Так, здесь главное не так поторопиться, потому что если потор поторопиться, то просто напросто мы себе нанесем очень при очень большой ущерб. Сейчас, ребята, в конце вам покажу, что это вообще такое. Так, 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 давай, 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 моя красавица, спасибо, спасибки, вон финиш. Смотрите, если мы так быстро ехать будем, все, ущерб. Ё моё! Ну что ж я сделал-то, блин, вот финиш был. Это, конечно, фейл-фейл-фейл, но сейчас я, ребята, попробую быстренько доехать до финиша, чтобы это, вот это не ждать, пофиг на ущерб. Так, потому что это была моя ошибка, чтобы быстро проехать. Вообще, если мы проедем трассу вообще без одного ущерба, то нам дают, получается, тысяча баксов, ровно. Ну, если вы по трассе будете себя уничтожать, ваш автомобиль, да, наносить ущерб, то, естественно, вы получите уже не тысяча. А это все выщется. Например, 300 ущерба минус 1700 вы получите. Ой-ой-ой, стой, 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 стой. Есть, ребята, наконец-то мы прошли этот уровень. Вот, посмотрите, сколько я получил. Я нанес ущерба на 630 баксов. Это капец, как много, ребята. Так что ездите здесь аккуратно. Ну, ну не только здесь, я и вживую тоже аккуратненько. Так, во, как мне теперь сложнее становится играть. Все сложнее и сложнее. Теперь наша машина уже не такая, уже крутая для <laughs> беззарожья, так сказать, да? Уже не выгребает, мощности не хватает. Сейчас вы знаете, шестиколесного гелика. И проблемы я бы ни одной бы здесь я в этой игре бы не видал. Или хотя бы Зила. Сутрис. Ну, не знаю, ребята, что вы копите, но по-любому что-то возьмете, потому что игра реально очень крутая. Любителям без эта игра должна понравиться. Ну или просто любителям крутых игр на Android. Новых. Смотрите, мы все знаем, как выглядит обыч, обычный симулятор без оружия. Да, где леса, там грязь и все прочее. Но здесь совсем по-другому. И это, наверное, есть самая крутая фишка этой игры, что графика здесь все по-другому, эти уровни все сделаны по-другому, и все это выглядит совсем по-другому. Необычный симулятор реалистичный без оружия. Это вроде крутяк, и респект разработчику за такую игру. Ну и за первую игру тоже респект, потому что я в нее тоже играл и снимал обзор, повторюсь еще раз, и она мне тоже очень сильно нравится, потому что она реально очень крутая. Дрифтиш там, блин, вообще так классно все сделано. Ссылка в описании, ребята, и на эту, и на то. Не забуду, вот прям обязательно поставлю, чтобы вы скачали их и поиграли. Так, ну что-то я тороплюсь, что ли, и наношу себе потихонечку урон. Как видите, все труднее и труднее нам играть. Очень трудно, ребята, сейчас начинается играть. Я говорю, мне не хватает какого-либо другого транспорта, а точнее этого шестиколесного гелика. Я бы, блин, все бы уровни прошел. Так, ой, 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 что-то мы, ребята, с вами быстренько едем. Так, здесь сейчас газу, газу, отличненько. Только не говори, что нам нужно туда подниматься. Да ты чё? Вон, ребята, стрелочки показывают. Так, и знаете, что сейчас мы сделаем? Не зря вот этот выступ там нарисован. Сейчас мы едем назад и теперь сейчас здесь разгонимся. Давай, газу, газу, газу. Эй, давай, давай, ты должен. Ты должен заехать. Давай, давай, красавец, давай, давай. Давай, 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 давай. Молодец. Блин, я начинаю любить эту машинку, но все же она с каждым уровнем стареет. Так! Офигеть, даже себе урона не, не нанес, когда мы падали. Капец, капец, капец. Так можно сейчас на вечно играть. Не то что вечно, а просто очень долго, аж до 50 уровня, пока точно эти все уровни не пройдешь. Ну, чтобы вас не задерживать, чтобы вы уже качали эту игрушку. А я думаю, ребята, что вы ее будете качать. Так что качайте прямо сейчас. Путаю ну, здесь, заехать не могу! 13 уровень, ребята, смотрите, на этой машине сюда заехать можно хотя бы, а? Нет, я не могу. Я не могу сюда заехать, что же делать теперь, а? Ну-ка. Так, камера свободна. Так, 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 сейчас, 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 сейчас. Так, объехать там никак. Давайте вот так попробуем. давай, 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 давай! Нет, ребята, во-во-во-во, получается, во. Да, просто, ребята, знаете, нужно еще подобрать такой вот ракурс под колеса, под это все, чтобы точно заехать, чтобы не буксануть, буксануть, чтобы проехать. Все продумывать, ребята, надо. Это вам не просто лес, это не просто грязь, это... Такой симулятор бездорожья. Ну что, это все. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.